Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует сборная группа Церкви Спасения. Мы приветствуем вас на онлайн-концерте Gospel Music Challenge. И прежде чем мы начнем наш концерт, во-первых, собирайтесь все, присаживайтесь. Я надеюсь, мы сегодня классно с вами проведем время, споем. И прежде чем начать и сказать много классной информации, интересной, и спеть, давайте мы помолимся и пригласим Бога на это место. Вместе, в единстве. Слава Тебе, Всевышний Бог. Мы здесь сегодня, Господь, чтобы восхвалить Тебя и воспеть имя Твое, Боже мой. Чтобы спеть о Тебе, Господь. Чтобы рассказать о Твоем имени. Какое оно прекрасное, чудесное, Господь. Я прошу Тебя, будь сегодня с нами. Пой сегодня с нами, Господь. И прославься на этом месте. Ты один великий Бог, и мы любим Тебя. Слава Тебе. Сегодня мы будем петь для вас gospel-музыку. Gospel — это с английского означает «Евангелие». Это песни, это музыка, это культура, которая говорит о Боге, которая поет, которая танцует о Боге. Короче, рассказывает о Боге. И сегодня мы споем для вас gospel и worship, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, в единстве будем петь. И хочу также сказать, что концерт проходит в рамках Gospel Music Challenge, организаторами которого является Собор Арт, отдел культуры, искусства и массовых мероприятий при Союзе общественных организаций «Всеукраинский собор». Я знаю, что нас сегодня смотрит Украина и слушает другие страны, слушают, смотрят другие страны, не только Украина. И я хочу сказать вам, что спасибо вам большое за то, что вы с нами. И все те концерты, которые были, спасибо за то, что вы были с нами. И нам очень приятно, что вы сегодня присоединились к нам. И сегодня нужна будет ваша поддержка по ту сторону экрана. Я надеюсь, вы готовы нас поддержать. И знаете, я хочу вам сказать, что наш Бог прекрасен. Я очень люблю Бога, я верю в Бога, единственного, который умер за нас на кресте, который пролил свою кровь ради нас, чтобы спасти, искупить и исцелить. И сегодня вы можете там в комментариях писать свои нужды, свои проблемы. Мы будем вместе сегодня молиться. И я верю, что сила Иисуса, Его имя, оно поможет нам. Оно придет в нашу жизнь и спасет нас, исцелит нас, освободит нас. Я верю, что у Бога есть прощение, исцеление и спасение. Поэтому мы будем начинать, будем петь. И первую песню хотим спеть для вас. Песню, которая называется «Agnus Dei». Это известный гимн. И он очень легкий, там всего лишь пару слов. Поэтому пойте вместе с нами. Хорошо?
чем мы будем продолжать, во-первых, скажите, пожалуйста, как вам там звук, как видео, все ли слышно, все ли видно? Отпишитесь, пожалуйста, нам. Мы будем очень рады фидбэку сегодня. И также напоминаю, что вы можете писать свои нужды, свои вопросы, и мы будем сегодня молиться за них, будем прославлять и благодарить Бога. Может, у кого-то есть радости, может, кто-то хочет поделиться с нами радостью какой-то, и мы также вас поддержим в молитве с благодарностью. И прежде чем мы будем продолжать, я хочу вам прочитать слово, над которым хочу, чтобы мы сегодня поразмышляли немножко. Слово от Иоанна. Потому что Бог так возлюбил мир, что отдал своего единственного Сына ради того, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Не для того послал Бог Сына в мир, чтобы осудить мир, а для того, чтобы спасти мир через Него. Знаете, мы тут все, абсолютно все, и музыканты, и вокалисты, мы верим в Бога. Мы верим в Иисуса Христа. Я уже говорила об этом, что Он умер на Христе, Он умер за нас и воскрес на третий день. И мы верим в Бога прекрасного, доброго, милосердного, любящего, справедливого, который исцеляет, который освобождает. Я не устану об этом говорить. Мы верим в прекрасного, чудесного Бога. И хочу, чтобы мы сегодня в песнях дальше и в молитвах, чтобы мы вспомнили о Его милости, чтобы мы спели с вами вместе о любви, нашей любви к Богу. А мы вам расскажем о любви Его к нам, потому что, знаете, в песнях всегда раскрывается больше, в музыке всегда раскрывается больше, чем мы можем сказать. И, в принципе, мы не можем описать Бога, потому что Он великий. Мы не можем описать Его, мы не можем подобрать нужные слова, потому что Он настолько великий, Он настолько прекрасный, что мы не сможем даже все самые лучшие слова мира этого собрать и сказать. Но, знаете, Бог очень ждет, когда Его дети сокрушаться, когда Его дети придут к Нему, станут на колени, сдадутся и скажут: «Все, Господь, я не могу, не бойтесь этого, не бойтесь, приходите к Нему сегодня даже, вот сейчас приходите и сдавайтесь перед Ним и говорите: я не могу без Тебя, Господь, я прошу Тебя, будь в моей жизни центральным, будь в моей жизни главным, я ничего не могу без Тебя». И хочу, чтобы Твоя воля была в моей жизни. Поэтому дальше мы споем песню, которая называется «Иисус сказал да». Иисус сказал да. Кто сможет сказать нам нет? Аминь. Аминь. Помни всегда лишь Иисус. Иисус, в сердце держи Его своем. Тебя, Иисус, мы славим, Тебе мы воздаем. Тебя
ничего не боюсь. Иисус, тебе нет предела, ты все и во всем. Лишь с тобой я все смогу, да с тобой я все смогу. Ты все во всем. Всемогущий и сильный Господь, лишь с тобой я все смогу, да с тобой я все смогу. Иисус сказал, да никто не скажет мне. Иисус сказал, да никто не скажет мне. Ведь я знаю, Бог, ты со мной. Направляешь ты, я иду. Ничего не боюсь, Иисус, тебе нет предела. Ты все и во всем, и с тобой я все смогу. Да с тобой я все смогу. Ты все во всем. Всемогущий и сильный Господь, ты с тобой я все смогу. Да с тобой я все смогу. Иисус сказал, да, никто не скажет мне. Иисус сказал, да. Никто не скажет нет. Иисус сказал, да, 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 никто не скажет нет. Иисус, тебе нет предела, ты все и во всем. Всемогущий и сильный Господь, лишь с тобой я все смогу, да с тобой. О-о-о-о, нет предела, ты все и во всем, лишь с тобой все смогу, да с тобой я все смогу, ты все во всем. Всемогущий и сильный Господь, лишь с тобой я все смогу, да с тобой я все смогу. Господу. Будем продолжать петь. И следующая песня называется «Отче наш». И прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что напомнить, что концерт проходит в рамках Gospel Music Challenge, организаторами которого является собор Art. И мы будем продолжать. Будем петь. Все знают известную молитву «Отче наш, сущий на небесах, нехай святится имя Его, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І будемо сьогодні петь, що пусть буде Твоя воля, пусть буде Твоя сила і Твоя слава в наших життях. Святий Господь. Святится имя Твое, жизнь мою держишь в своих руках, мир вокруг на ладонях Твоих. В сердце ты своем сокрыл, кто увидит
страхи ада разорвал. Пытку смертью заплатил, время царства твоего. Царство твое пришло, да будет воля твоя, да будет слава твоя, да будет сила твоя на земле. Слава.
славим Тебя, Господь, превозносим Твое имя, величаем Тебя на этом месте. Вы знаете, друзья, каждый человек, который приходит в этот мир, он с самого-самого начала ищет того, чтобы быть счастливым. И это хорошее, это правильное, нормальное желание, которое Бог вложил в нас. Но только Бог, который создал нас, который сотворил нас, Он знает то, как по-настоящему мы будем счастливы. Он знает, что нужно нам для того, чтобы мы были счастливыми людьми. И вы знаете, есть такая книга, Библия. Это не что иное, как инструкция к нашей жизни, потому что все производители выпускают какие-то продукты, какую-то технику, обязательно выпускают к ней инструкцию по эксплуатации, благодаря которой мы можем знать, как правильно эксплуатировать эту технику для того, чтобы она долго прослужила нам и чтобы она выполняла свою функцию. Так же самое Слово Божье для человека. Это инструкция к жизни, которая показывает и указывает нам путь, куда и как нам идти. Но, вы знаете, я начал говорить о том, что каждый хочет быть счастливым, каждый ищет счастье. И мы много-много сил, много жизненной энергии тратим на то, чтобы найти это счастье. Каждый ищет в разных абсолютно сферах его. Кто-то ищет в работе, кто-то в учебе, кто-то думает, что семейная жизнь, муж или жена сделает его счастливым. Женится, выходит замуж, ничего вроде бы особенного не произошло. Думает, вот у нас будут дети, они сделают нас счастливыми. Тоже как бы ничего не произошло. И человек много-много-много времени и сил тратит на то, чтобы найти, где он будет по-настоящему счастливым. Но я вам открою один секрет. Только Бог, который создал нас, Он может сделать нас счастливыми. Никто на земле не может сделать нас счастливыми. И ничто на земле не сможет сделать нас счастливыми. Да, может быть, на недельку каждого из нас хватит порадоваться какой-то новинке, новой покупке или еще чему-то. Но пройдет время, и ты поймешь, что это подделка. Это не то, что по-настоящему приносит тебе удовлетворение. Это не то, что по-настоящему делает тебя счастливым, по-настоящему делает тебя радостным. У Бога это есть все. Мы будем петь сейчас одну песню. Я хочу просто, чтобы каждый вспомнил в своей жизни какие-то моменты. Я не знаю, верите ли вы в Бога или нет, но я точно знаю, что если вы живы, то обязательно в вашей жизни происходили такие моменты, когда вы точно знаете, что каким-то сверхъестественным образом кто-то свыше вам помог в вашей жизни. Может быть, была какая-то проблема, и вы молились и просили Бога или кого-то, чтобы Он вам помог. И я точно знаю, что в жизни каждого человека есть такие моменты, когда мы точно можем знать, что это не человек сделал, что это не человеческой силой, не человеческой рукой, но сверхъестественным образом. И я вам хочу сказать, что это Бог. Это Бог отвечал на ваши молитвы тогда. Это Бог приходил в вашу жизнь. И Он сегодня хочет так же само прийти в вашу жизнь. Поэтому давайте поблагодарим, будем благодарить Его за то, что Он призывает нас к себе, за то, что Он способен принять нас и сделать нас по-настоящему счастливыми людьми. Господь, мы склоняемся перед Тобой сегодня. Мы благодарим Тебя за все, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда приходил к нам, когда мы взывали к Тебе, когда в трудных обстоятельствах мы искали ответа на наши вопросы, на наши проблемы, на наши нужды. И только Ты, Господь, по-настоящему приходил, делал, Господь, то, что никто никогда бы не мог сделать для нас. Мы благодарим Тебя сегодня, превозносим Тебя, славим, величаем Тебя, Господь, поклоняемся Тебе, любим Тебя, Господь, всем сердцем и всей душой своей, Господь. Слава, слава Тебе, Господь. Величаем Тебя. Мы наслаждаемся сегодня, Господь, Тобой. Мы наслаждаемся Твоим присутствием, Твоей любовью, Господь, Твоей милостью и благодатью. И благодарим Тебя. Как мне Тебя не благодарить, мой Господь дорогой? Как мне Тебя не любить, мой Иисус родной? Как мне Тебя не благодарить?
Говорить Тебе слова любви, слова признательности за то, что Ты, Господь, пришел в наши жизни, за то, что Ты нашел нас, Господь, за то, что Ты искупил нас, Господь, за то, что Ты пролил свою кровь, отдал свою жизнь,
на то, чтобы каждый из нас сегодня, кто находится на этом месте, мы были живы, мы были искуплены. Ты отдал свою жизнь, Господь, и пролил свою кровь для того, чтобы мы были по-настоящему счастливыми. Ты перенес все болезни, Господь, для того, чтобы мы были здоровы и исцелены. Ты, Господь, отдал все, что было у Тебя, и не пожалел, Господь, своей жизни для того, чтобы жили мы. И мы благодарим Тебя, Господь, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, Господь, превозносим Тебя, величаем Твое имя. И мы говорим Тебе, что только Ты царь наших жизней. Только Ты Бог наших жизней. Наша жизнь, Господь, в Твоих руках. Мы доверяемся Тебе. И мы просим Тебя, Господь, веди нас, Господь. Веди нас, Господь, туда, куда Ты желаешь вести нас. Мы превозносим Тебя, Иисус, превозносим. Ты царь, Ты Бог, и никто на всей земле нас счастливыми сделать не мог. Ты царь, Ты Бог, Тебе вся слава. Ты царь, Ты Бог, Иисус, Ты царь, Ты царь, Ты Бог, и никто на всей земле нас счастливыми сделать не мог. Ты царь, Ты Бог, Тебе вся слава. Тебе вся слава, Господь. Тебе вся слава. Тебе вся честь, Господь. Мы возвеличиваем Тебя. Мы прославляем Тебя. Потому что только Ты один достоин принять славу и честь. И мы воздаем Тебе славу, честь и хвалу на этом месте сегодня. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Вся слава Тебе, Бог. И я знаю на опыте своей жизни, что у каждого из нас бывают ситуации, когда руки опускаются, когда проблемы кажутся больше, чем ты сам, и ты не представляешь когда ты находишься в эпицентре событий, ты не представляешь себе выхода и решения. И тогда если сейчас кто-то находится в такой ситуации, может быть, я бы от всего сердца, от всей души советовала вспомнить о том, что у него есть Небесный Отец, который назвал уже тебя своим дитям, который создал тебя и который в Слове Своем говорит: «Не могуществом и не силой моим духом», так говорит Господь, «не твоею силою», потому что она в немощь превращается очень часто, не твоим могуществом, когда ты не видишь решения своих проблем, а Духом всемогущего Бога, сотворившего небо и землю. Его Духом пусть решаются все нужды людей, взывающих к своему Творцу. И я верю в любящего Господа, который не пройдет мимо ни единой нужды. Нету ни одной слезинки, которая бы прошла мимо Него. И сегодня я хочу сказать тебе: верь. Верь в Небесного Отца. Верь в всемогущего Отца. Верь в Бога, у которого есть сила, сверхсила Его Духа. Ой, мы поем немогуществом и не силой, моим духом, говорит Господь, не могуществом и не силой, моим духом, говорит Господь. Мы пред Тобой, Бог всемогущий, в смирении стоим, нас наполняй,
наш Отец, мы Твои дети, Дух Свой Святой на нас изливай. Мы в трепете стоим, перед Тобой стоим, не могуществом и не силой. Свет нам явил, любовью покрыл, грех победил, своей благодатью, Духом Святым нас оживил. Сойди, Дух Святой на нас, о, сойди.
Слава Тебе, Дух Святой, Отец и Сын, Триединый Бог. И дальше мы будем молиться за наши нужды. Я очень хочу помолиться, чтобы мы сегодня вместе благословили нашу страну, наши семьи, наше здоровье, наши... не благословили, а прогнали наши проблемы прочь с нашей жизни, прогнали прочь суету с нашей жизни. И написано в Слове, послание к филиппийцам в Библии, как говорил Павел, путеводитель наш к жизни. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И наше желание сегодня — это благословить нашу страну, семьи и принять исцеление от Бога. Если у кого-то есть какая-то проблема с сердцем, с головой, с почками, возможно, у кого-то, с руками, ногами, может, у кого есть сейчас эта проблема, просто верой возьмите, что вы исцелены. Просто возьмите и поверьте. Вот как маленькие дети, знаете? Вот как маленькие дети верят, что им сегодня дадут конфетку. Вот поверьте, вы также, что вам Бог приготовил эту конфетку вкусную. Это исцеление. Что Бог просто по своей милости готов подарить вам его. Просто это благословение. Иметь семью, иметь счастливую семью. Иметь страну, в которой есть всегда радость. Есть от чего черпать радость. Есть кому отдавать радость в стране. Давайте благословим нашего президента и его семью. И прогоним прочь самое главное, что сейчас есть в стране. Это наш этот вирус, который ходит. Чтобы этот карантин ушел прочь в нашей жизни. Потому что я думаю, что каждому, кто есть здесь, кто по ту сторону экрана, я думаю, что каждому уже надоело сидеть, наверное, дома и быть в этом замкнутом пространстве, в этой несвободе. А у Бога есть эта свобода, знаете? Я верю в это очень сильно. Поэтому давайте сейчас помолимся и продолжим дальше петь о нашем Господе. Святый, святый, Боже мой, мы сегодня превозносим к Твоему престолу, Господь, наши молитвы, Боже. Мы сегодня, Господь, кричим, поем, говорим, Господь, к Тебе. Пожалуйста, Господь, услышь нас сегодня и прими наши молитвы, Боже мой, от чистого сердца. Те, у кого сейчас есть проблемы со здоровьем, Господь, исцели во имя Иисуса Христа. Вот по вере, просто возьмите и поверьте, что Господь сейчас в эту секунду, просто в момент может исцелить вас от вашей болезни, от вашего недуга, от вашей слабости. Господь, я прошу Тебя, укрепи иммунитет каждого человека. Исцели, Боже, кто болен сейчас коронавирусом, Боже, я прошу Тебя, исцели во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть он уйдет от нас во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Отец, благослови каждого человека, благослови дом каждого человека, семью, Господь, работу, учебу, Господь, возможно, кому-то поступать этим летом. Кто-то экзамены сдал или не сдал еще, да сдает. Я прошу Тебя, Отец, пожалуйста, благослови каждого. Я молю Тебя, чтобы Ты благословил семьи в нашей стране, в нашей Украине. И не только в Украине, Господь, на нашей земле. Благослови семьи, Боже, ведь Ты даешь счастье, Ты даешь любовь. Ты даешь, Господь, нужного человека каждому из нас, Боже. Я прошу Тебя, пусть каждый человек осчастливит другого человека. Я прошу Тебя, Папочка, наш небесный, наш любимый, услышь нас сейчас. Я молю Тебя о нашей стране, об Украине. Я молю Тебя о нашем президенте, Господь, благослови. И пусть Твое благословение будет в жизни. Пусть Твое помазание, Боже мой, Твоя радость и мир наполняет каждый дом, каждое сердце. И просто верой принимайте сейчас освобождение от алкоголя, от наркотиков, возможно, у кого-то есть. Освобождение от всего, что вас сковывает, что не дает вам свободу в этой жизни. Я прошу Тебя, Господь, здесь и сейчас, Боже мой, дай освобождение и исцеление во имя Иисуса Христа. Просто верой берем, Господь. Верим, что Ты на кресте. На кресте, Господь, Ты забрал все наши болезни и немощи и понес наши болезни и немощи, Господь. И наши грехи Ты забрал. Ты забрал их на Себя и умер за нас. И освободил нас, дал нам свободу, дал нам мир, любовь, Господь. Спасибо Тебе, спасибо. Как же я верю в Тебя, и как же мы любим Тебя, Господь. И мы будем петь для Тебя дальше, будем хвалить Тебя. Знаете, каждый, наверное, я так размышляла, и знаете, каждый любит, когда его хвалят, когда его любят. Так же самое и наш Бог любит,
когда Его хвалят, когда Его любят. И всегда ждет нас, что бы мы ни наделали, мы Его дети. Вот у кого есть ребенок, кто-то меня сейчас поймет. Вот нашкодил ваш ребенок, вот что-то не слушается вас, но вы же все равно его любите. Вы же не скажете ему, иди гуляй, ты не мой ребенок. Нет, вы так не скажете. Это ваш ребенок. Поэтому Господь воспринимает нас как маленьких детей своих, своих дочерей и сыновей. И ждет нас всегда. Аминь, братья и сестры. Споем для Него и скажем, что мы ждем, когда прольешь Ты на нас свой дождь славы, мира, любви, Господь, о котором мы сейчас молились. Слава Тебе, Боже. Я жду, когда прольется дождь, когда прольется дождь, дождь Твоей славы. Иссохшая земля в ожидании славы. Мессия, который пронзет.
Будем дальше прославлять нашего Господа и будем петь о том, что Иисус — это все, что нам нужно. Это все, что нам нужно. Иисус нам нужен как личность в нашей жизни. Вы знаете, потому что без Него все теряет свой смысл. Потому что вне Его присутствия нет счастья. И мы будем сейчас петь о том, что Он все, что нам нужно. И Он дал нам эту безусловную, безграничную любовь, которая может окрылять, которая может давать жизнь, которая может менять жизнь. Давайте прославим Его сейчас. У-у-у. Аллилуйя. У-у-у. Воздайте Богу! Слава на своих местах! Вот новый день настал, который Ты создал, и каждый миг живу Тобой, Иисус. Я знаю, верен Ты, и буду петь об этом. Ты всемогущий Бог, пусть о Тебе узнает весь мир. Иисус, лишь Ты все, что мне так нужно. Иисус, Ты мой Искупитель. Иисус, любовь Твоя окрыляет, любовь Твоя меняет. О, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус. Я долго жил во тьме, теперь я вижу свет, и я спасен через святой Твой крест. Тяжелым был мой грех, но благодать Твоя все победила, и теперь искуплен кровью Христа. Иисус, лишь Ты все, что мне так нужно. Иисус, Ты мой Искупитель. Иисус, любовь Твоя окрыляет, любовь Твоя меняет, меняет жизнь. О, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус. Будем петь Ему. Буду петь я о Твоей силе. Воспою я, о великий Бог. Буду петь я о Твоей силе. Воспою я, о великий Бог. Буду петь я о Твоей силе. Воспою я, о великий Бог. Буду петь я о Твоей силе. Воспою я. Иисус, лишь Ты все, что мне так нужно. Иисус, Ты мой Искупитель. Иисус, любовь Твоя окрыляет, любовь Твоя меняет. Иисус, лишь Ты все, что мне так нужно. Иисус, Ты мой Искупитель. Иисус, любовь Твоя окрыляет, любовь Твоя меняет жизнь. О, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус. Что сегодня этот онлайн-концерт проходит в рамках Gospel Music Challenge. И
Его организаторами есть Собор Арт или Арт-Собор. Вы можете ознакомиться на YouTube-канале или в Фейсбуке со всей информацией. И знаете, я хочу представить вам сегодняшнюю нашу команду. Мы еще не заканчиваем, но мне очень приятно представить вам команду группы прославления Церкви Спасения, сборную. Итак, начнем по очереди. Николай Гетьман, акустика и электрогитара. Аплодисменты для него. Бас-гитарист Дмитрий Сехно, который сегодня давал нам кач. Сегодня на клавишах был Вячеслав Паденко, который давал нам звуки музыки. Hey, hey, hey. Еще будем славить Иисуса за наши дары и таланты. И сегодня замечательный инструмент саксофон, который я очень сильно люблю. И сегодня на нем играл замечательный Игорь Коваленко, человек-оркестр. Спасибо вам большое, музыканты, что вы сегодня были с нами. И то, что, я надеюсь, мы порадовали вас, зрители. Но это еще не конец. С нами сегодня еще были вокалисты. И сегодня барабаны. Самое главное. Я пока, понимаете, показываю Тише барабанов и забыла про него. Конечно, а ну можете дать место? Покажите, пожалуйста, этого прекрасного человека, которого зовут Айова! Который держал сегодня пульсацию нашего сердца. Отойдите, отойдите, дайте ему показаться всему миру. Вот, это человек, который славит Господа на барабанах. Аллилуйя! И сегодня же с вами пели Павел Бойко. Аплодисменты ему. Марина Дрог. Аплодисменты ей. Анастасия Гетьман, жена прекрасного Николая Гетьмана, гитариста, прекрасная вокалистка, наша подруга и просто красавица. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Ну и я, конечно же, Руслана Лавор, вы и так все знаете. Слава Богу. И знаете, давайте споем напоследок еще припевчик, хорошо? Все вместе, все вместе. Аллилуйя! Иисус! Лишь ты все, что мне так нужно. Иисус, ты мой искупитель. Иисус, любовь твоя окрыляет, любовь твоя меняет, меняет жизнь. Иисус, лишь ты все, что мне так нужно. Иисус, ты мой искупитель. Иисус, любовь твоя окрыляет, любовь твоя меняет. О, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус. Конечно же, эти аплодисменты нашему Господу. Да, это аплодисменты нашему Богу. Но, знаете, я представила музыкальную команду, но есть еще команда, которая стоит за камерами. И без нее это бы концерт, этот праздник музыки не состоялся бы просто, знаете. Я не знаю, можно ли их показать, но здесь, поверьте на слово, прекрасные звукооператоры. Тимофей Полежака и Олег Бондарь. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо. Спасибо большое всем операторам Церкви Спасения, всем, кто участвовал в организации. Давайте похлопаем им. Вот они. Да. Спасибо большое вам, операторы наши, те, кто сегодня нас снимал во всем росте. Спасибо вам большое. И всем, кто помогал нам, пастырю левитов наших, Саше Савочке, спасибо вам большое за помощь, за то, что вы помогли организовать. И нашему епископу Филиппу Савочку, спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете нас и даете развиваться нам, даете нам прославлять Господа, учите нас. Спасибо вам большое. Спасибо всей Церкви Спасения, которая предоставила нам и зал, и технику. Спасибо вам большое. Если кого-то забыла, простите меня, пожалуйста. Но я всем благодарна, поверьте. Я так благодарна вам, дорогие друзья, что вы сегодня с нами. И давайте, как говорится, в песне поется. А напоследок я спою. И мы споем напоследок «Благ наш Господь». Все ее знают. Вот по-любому знают эту песню все. Поэтому, пожалуйста, не молчите, пойте на своих местах.
Вставайте. Вот вставайте, не сидите на своих кроватях. Вставайте и пойте вместе с нами. Ведь благ наш Господь! Господь и по милости вовеки. Благ наш Господь и по милости вовеки. Так пусть все народы, пусть все народы и все племена придут и прославят Царя и Творца. Хвала Тебе, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Хвала Тебе за то, кто Ты есть. Хвала Тебе, хвала Тебе, хвала Тебе. Аллилуйя, аллилуйя. Хвала Тебе за то, кто Ты есть. За то, кто Ты есть. Господь и по милости вовеки, вовеки. Благ наш Господь и по милости вовеки. Так пусть все народы, пусть все народы и все племена придут и прославят Царя и Творца. Хвала Тебе!
дорогие, большое еще раз, еще раз, еще раз. Вот и подошел к концу наш концерт. Я надеюсь, что мы вас порадовали, вы с нами попели. И еще раз хочу напомнить, что концерт прошел благодаря Собор Арт в рамках Gospel Music Challenge. Он проходит каждую неделю онлайн-трансляции, поэтому подключайтесь, смотрите. Очень много крутых музыкантов, вокалистов будут вместе с вами и уже были. Поэтому присоединяйтесь и пойте вместе с нами, танцуйте вместе с нами и прославляйте Господа нашего Иисуса Христа вместе с нами. И все вместе мы скажем «Аминь!» До свидания.